приветствую всех зрителей и подписчиков на канале. Продолжаем обзоры на спортивную обувь. Сегодня рассмотрим Nike Lunar Chukka Vaven Plus South Africa и Kronk. Беговая модель разработана в сотрудничестве с художником Кронком и посвящена Южной Африке, в которой происходил чемпионат мира по футболу в 2010 году. Популярный стиль в стране восходящего солнца. Их популярность в Японии была больше, чем в Штатах. Некоторые считают асимметричный стиль слишком диким, но это не так. Модель ожидалась как азиатский эксклюзив. В Nike Lunar Long Chukka каждая расцветка – это хит. Верх выполнен с эффектом плетения из шлифованной замши с кожаными вставками в районе шнуровки, задники с внешней и внутренней сторонах. Также на заднике есть петля для подтягивания со свушем Nike. Язык отделан с внешней стороны также замшей, с внутренней стороны текстилем. Также на языке надпись Nike Южная Африка. Промежуточная подошва ребристая из пеноматериала Lunar Long. Упругий, но очень легкий материал. Обеспечивает не только хорошую амортизацию обуви, но и выдерживает любые нагрузки без изменения своей устойчивости. Стелька интересная, цветная. Также со значком Nike Plus. Значит, подошва износостойкая, из резины. Также на подошве значок Nike Plus с чипом для сопряжения со смартфонами. Носить рекомендую лето, осень, занятия в спортзале. Ценовая категория 12 тысяч. Отличная и очень удобная, легкая, редкая беговая модель. Еще одни прекрасные кроссовки от компании Nike. С вами был Серега. Ставьте лайки. До новых встреч. Пока-пока.